Мне приятно встретиться с человеком, который призван во многом определять политику, как внутреннюю, так и внешнюю, Турецкой Республики в связи с той ситуацией, которая складывается в вашем регионе. Мы очень внимательно наблюдаем за действиями вооруженных сил Турции, высоко оцениваю эффективность и, главное, плановость действий вашей армии. Мы понимаем, господин министр, вам очень непросто. На вас осуществляется сейчас просто массированное давление очень сильных государств. Но я думаю, что Турция и народ Турции – это мужественные люди, и они справятся в этих условиях с теми проблемами, которые сегодня не только внутри Турции, но навязываются и привносятся извне. Но вы должны, господин министр, знать, что мы всегда были надежными друзьями и партнерами вашей страны. Мы всегда старались делать так, как лучше для Турции. И вы должны знать, что мы будем привержены этому курсу как в экономике, так в торговле, так и в военно-техническом сотрудничестве. И я убедительно прошу вас, передайте мои самые добрые пожелания моему другу Реджепу Эрдогану, президенту Турции. Я также желаю ему и вам преодолеть все эти проблемы и трудности –